В Ривьере все собрались у памятника летчику-космонавту, дважды герою Советского Союза Виталию Севастьянову. С 1945 года он жил в Сочи, учился на отлично в 9-й гимназии, прославился тем, что дважды совершил космический полет. В Сочи повезло вдвойне. Ну, во-первых, потому что не каждому городу в России повезло иметь своего космонавта. Мы имеем своего космонавта. Виталий Иванович Севастьянов – дважды герой Советского Союза. Это гордость города. Это не просто человек-легенда, а это человек, на мой взгляд, человек планеты. С 1960 по 1963 год Виталий Севастьянов читал в Центре подготовки космонавтов курс лекций. Среди слушателей был и Юрий Гагарин. На сегодняшней встрече сочинских школьников, депутатов городского собрания Сочи, ветеранов был авиатор, который бережно хранит в памяти встречи с первым космонавтом планеты. Рассказывал, как он там был в космосе, как он себя чувствовал, как он приземлялся. И в то же время он тут же говорит: ну что там, летчиков, вы сами все время, каждый день приземляетесь. В завершении мероприятия школьники выпустили в небо шары, а ветераны, в том числе и ветераны современных войн, возложили цветы к памятнику почетному гражданину города Сочи. Кстати, подобные значимые мероприятия с участием общественных организаций и горожан регулярно проводятся депутатами городского собрания Сочи в своих избирательных округах. Елена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.